Я понимаю, что даже омерзительные поступки, если они изящно сделаны, они восхищают. Но надо понимать, что это мерзость. Еще сколько там этих голов пробитых монтажками в те года там. У детей 2-3 ребенка в реанимацию с пробитыми головами. В этом романтика, что ли? Родителям расскажите об этой романтике, этих детей. Надо забыть все это дикое прошлое.